Всем привет! Сегодня расскажу об очередном бесплатном коврике от Эльдорадо. Периодически по каким-либо поводам приходят бонусы от Эльдорадо. Вот на этот раз пришли в честь именин 200 бонусов. Я решил что-нибудь заказать на 200 рублей, пока не сгорели. Там в течение недели нужно что-нибудь выбрать. Вот 210 рублей коврик стоит. 10 рублей доплатил, в принципе, почти бесплатно достался. В прошлый раз бесплатный коврик был с подушкой под запястье. Он продержался недолго, там силикон вытек из-под этой подушки. Раньше даже обычного. Вот это подвернулся шанс еще один коврик получить. Но тот дорогой. Рублей 400, по-моему, стоил. Вот это подешевле. Что самое интересное, здесь маус-пад написан через А. Сам лан какой-то. А везде через О. Может, здесь по-немецки как-нибудь. Вот, хотя написано Made in Taiwan. То есть он не немецкий. Ладно, сейчас откроем. Посмотрим. У меня такого коврика, в принципе, еще не было. Я все время пользовался этими подушками под запястье. Это, в принципе, он тонкий, 0,4 мм, по-моему, написано. И плюс тут поверхность для приклеивания. По-моему, а нет, она не липкая. Чуть-чуть, может, липкая. Вот с этой стороной. Правда, цвет нельзя было выбрать, но ладно, оранжевый пойдет. Я в отражении. Так, сейчас посмотрим, как приклеить лучше. Так или так. Мне идеологически, конечно, так надо клеить. Но у меня... Мне кажется, не будет не хватать. Влево-вправо нормально, а вверх-вниз будет мало. Ладно. Будем считать, что так. Конечно, шуршит теперь. Ну, ходит как по маслу мышка. Ну вот, в принципе, больше тут показывать нечего. Посмотрим, какие следующие халявные бонусы пришлют. Может быть, на них тоже что-нибудь куплю интересно. Думаю, этот коврик уже не должен порваться или еще что-то. Будем что-нибудь другое покупать. Ну, ладно, на этом все. Всем пока.